Всем приветики. Ну, в общем, полазил я в интернете, посмотрел у других людей та же самая компликация, как у меня. Так что то, что я вчера переживал, что здесь, возможно, что-то должно было лежать в такой большой ямке. Нет, здесь ничего не лежало. Я посмотрел у других тоже, здесь пустота. И в этой пустоте лежит силикогель. Только зачем сделать такую огромную ямку для силикогеля? Непонятно. Можно было вообще вон сзади положить куда-нибудь. И здесь то же самое у других людей. А пакетик не запечатанный сверху, то, что я думал, что он разрезан, нет. И в нем лежит кабель, тоже перемотанный такой вот резинкой, не скруткой, как обычно проволочной резинкой. Так что по поводу комплектации здесь все нормально. А вот по поводу качества. Поначалу я подключил, он заряжал мой телефон. А вчера я Powerbank подключал и тоже заряжал. Вот, потом я решил кабелем попробовать к компьютеру подключиться. Он сразу показал из моих, там, я не знаю, 20 папок всего лишь только 5. Я переподключил телефон, уже все показал, зашел в папку с фотками, только половину фоток, потом переподключил, и только раз с 3-го или 4-го он увидел вообще все, что там было. То есть оригинальный кабель при подключении к компьютеру видит сразу все, а этот раз с 3-го или 4-го кабеля увидел, что на телефоне. Ну, то есть, когда я подключил телефон к компьютеру через этот кабель, то он только с 3-го или 4-го раза увидел все мои файлы, а так видел только половину. В то время как оригинальный кабель от телефона видится сразу все. А зарядное, оно работало, пока я все по отдельности подключал. А потом, когда я решил подключить в 2 порта, то есть подключил сюда телефон, нет, сюда вот телефон, а сюда, как его, Powerbank, и одновременно их включил, все. Ничего не стало не заряжаться ни телефон, ни Powerbank. Тогда я отключил, подключил отдельно сначала телефон, потом Powerbank, ничего уже не работало. Я подумал, ну что-то с розеткой. Пошел по разным розеткам, везде то же самое. То есть, получается, когда я подключил 2 устройства одновременно и включил, зарядное накрылось, я так понимаю, потому что другим зарядным Powerbank, например, заряжается или телефон, а этим нет. Уже даже не важно, в какой слот ты вставляешь, оно не работает, и кабель как-то так плохо себя показал. Я, ну, то есть, файлы увидел не сразу. Вот я их увидел все, но с 3-й попытки. Так что, ну вот, например, сейчас подключить Powerbank через него. Ну и вот, я подключил кабель к сети, и он не заряжается. Должна лампочка мигать, ничего не происходит. То есть, все, зарядное накрылось. Стоило подключить одновременно 2 устройства, зарядное накрылось. Как бы это капец. На второй день зарядка перестала работать только из-за того, что я подключил 2 устройства. Хотя она и рассчитана на 2 устройства. Поэтому придется везти магазин обратно, менять на другую. Только я, наверное, повезу сразу с собой Powerbank и телефон, чтобы одновременно там все подключить и проверить, будет ли работать или нет. Потому что, ну, куда это годится? На второй день перестало работать зарядное устройство. Вот сейчас подключу оригинальное зарядное от Xiaomi. Ну вот, оригинальное зарядное от Xiaomi работает. То есть с повербанком и с розеткой все нормально. И это именно проблема в зарядном. Я даже и кабель пробовал сюда подключить. Не Xiaomi-вский, а повербанковский. И то зарядное все равно не работает. То есть именно дело не в кабелях, не в розетках, не в повербанках, а именно в зарядном. Зарядное умерло от одновременного подключения 2 устройств. Вот, так что неприятный момент, конечно же. Не ожидал я такого отхока. Обычно у них, ну, как по прошлой покупке, классное у них было качество. А тут так сразу, так быстро, я даже не ожидал. Я даже сразу не понял, подумал, в чем дело. Я уже на розетку подумал. Потому что оно, типа, не может же Хоука, типа. Оказывается, может. Так что разочаровался я в Хоука немножко. А может, просто так попалось, с кем не бывает. Ну, в общем, придется ехать и менять, что делать. Потому что все, не работает. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.